мальчишки и девчонки, а также их родители. Расслабьте розовые булки и сядьте на диван. Я вам покажу такое, блин, на весь экран, что вы просто... Попкорн ни в коем случае не жрите, а то подавитесь от того, что увидите. Ладно, пора кончать, иначе меня сожрут комары. И вот, кстати, я нашел хороший брод, вот это заросшее дерево, на остров к водопаду. Не знаю, смогу я продраться или нет. Побежали за нашей спиннинго-удочкой, а то время стремительно заканчивается. Хотя у вас только все начнется впереди, просмотр. Отвлечемся с вами от войны, политики, от говна, от мразей всяких. Давайте что-нибудь позитивное, а то я в брюзжащего какого-то деда уже могу превратиться. Давайте посмотрим на мать нашу природу, ее осеннюю. Наконец-то тут шикарная погода. Я сейчас в тайге, примерно в 30 километрах от Комсомольска, если так по дороге считать. Напрямик-то может не сильно далеко, там километров 10, но уже такие заброшенные леса, медвежьи углы, что вы просто охренеете. Конечно, люди тут встречаются, но люди специфические. Несколько машин встретил, куда ехали, не знаю, может на рыбалку, может за ягоды, за грибами. А вот он я, вот на своем аппарате. Более подробно на буз заходите, подписывайтесь, смотрите фильм о сегодняшнем моем супер-пупер, блин, маршруте. Делайте взнос, если хотите помочь, потому что это не только мое эго, так сказать, вот захотелось мне на природу, это тест новых технологий, оборудования, это проверка их в реальных, вон видите, условиях, это советы, на основе которых вы можете уже выбирать что-то толковое для себя, делать. Причем советы, из них особой тайны нет. Я думаю, что 100 рублей подписки не такие большие деньги, да, за то, чтобы узнать все тайны. Ну и мне приятно будет, когда мой труд ценят, что время на съемки. Я, в принципе, мог бы, как говорится, оттарабанить, приехать на точку, пару слов сказать и все. Ну я вот дотошно все снимаю, дотошно рассказываю. Поэтому своего рода мой сольное выступление мое, как говорится, когда есть аплодисменты, в виде в каком-то, очень приятно. Все, Куга S1, король городского бездорожья и говна, S1 3+, потому что он апгрейженный. В таежных, суровых осенних условиях, горах и тайге Дальнего Востока. Смотрите, в общем, полный фильм. А я с вами пока прощаюсь. С вами Юрич был. Сейчас у меня перерывчик, я вот чай пью, первый перекус. И дальше в гору его буду толкать вручную, потому что экономлю аккумулятор. Так вот решил экономить. В этом фильме будут также элементы ужасов и таинственных всяких вещей похлеще перевала Дятлова. Так что я думаю, кино вас не разочарует и время, которое вы потратите. Еще раз зову всех на буст, ссылка ниже в описании. С вами был Юрич в экстремальных, затерянных, таежных краях дальневосточной тайги. И его неубиваемый, конечно же, ох ты, ё-моё, что-то тут прилетело, 155 не меньше, наверное, самокат, натовский калибр. Вон они, какие руины. Где он там? Вон он, самокат, за в траве стоит.